Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан. Мы находимся в Белом Проходе, легендарное место, о котором никто не знал уже тысячи лет. Ну, то есть знали, но не знали, где он находится, и не могли сюда попасть. Здесь мы по заданию графини Брумы, который попросил найти у нас артефакт, который находится здесь. Но я за это взялся просто потому, что меня реально заинтересовала эта история. Это было очень и очень печально, с одной стороны. Потому что мы прочитали дневник погибшего человека, который погиб реально не очень хорошо. Но во время этого путешествия мы нашли кольцо теней, которое реально легализованный чит. Мало того, что у меня скрытность и так неплоха, но с ним я становлюсь вот таким. Меня это, в принципе, устраивает. По крайней мере, пока. А там посмотрим. Теперь я натурально стелсер во все поля. Так, ну где-то в этой долине должен быть вход в руины. Давайте искать. Вот какая атмосфера в этой игре. Настолько густая, хочется ложкой есть. Желательно деревянной, а лучше половник. Что характерно, здесь, даже когда меня замечают, вот эта вот прозрачность, она никуда не девается. Это именно магический эффект, который преломляет... Вернее, я теперь практически не преломляю свет. Он проходит сквозь меня. Я не видим. Я прозрачен. Так, ну двинем по дороге. Я, честно говоря, пока не вижу никаких руин, но я думаю, скоро мы их увидим, найдем. Ух ты. Чуть не врезались прям. Так, пошел. Готово. Получился именно тот персонаж, который я хотел, когда начинал качать. Игрушка. То есть великолепный стелсер. Я всегда себе во всех играх делаю такого. И вот здесь просто образцовый стелсер. Это реально очень-очень крутой. Оп-оп. Ничуть не хуже того, что был в Скайриме. А там у нас стелсер был просто очень знатный. Мог реально перед лицом врага ходить. Ты живой, что ли? Живой? Смотри, потерял. Офигеть. Офигеть. Это кольцо, оно... Оно делает страшные вещи с врагами. Если уж я не приседаю, просто отхожу, и он меня теряет. Ну да. У кого-то нет больше шансов. Так, это похоже на руины, но это скорее предместье руин. А сами руины, я думаю, где-то подальше, потому что это просто статуя. Давайте осмотримся. Ну там что-то есть, по-моему. Да, дорога нас ведет как-то вот так. Прям уж всех этих троллей мы убивать не будем. А вот и оно, да? Величественно. Смотри, какие живучие пошли. Передо мной полуразрушенные стены когда-то неприступного форта Белый Проход. Похоже, давным-давно его уничтожил оползень. Мне нужно проникнуть в руины и отыскать драконий камень. Что ж, приступим. Край троллей просто. Это их местный, я не знаю, оазис, где они живут. Их никто не трогает. Я думаю, троллям быть довольно сложно, потому что без моста, под которым ты можешь сидеть и грабить путников, жить тебе становится тяжело, все пытаются тебя убить. Хорошо, вошли. Смотри, голова какая маленькая.
А, это Огр. Все, он нас уже потерял. И он не знает даже, где мы. Стрелы лучше не разбазаривать. У нас их не так много. Так, ну что? Спускаемся вниз. Или тут еще кто есть? Вроде нет. Так, воу-воу, спокойно, полегче. Ну хорошо. Все, погнали. Интересно. О, нежить. Ненавижу нежить. Блин, вот сейчас вот я отпущу, и у меня стрела полетит. Руины кишат нежитью, или кишат, неупокоенными оковирцами. Мне следует продвигаться вперед со всей осторожностью. Нужно найти командира оковирского форта. Драконий камень должен быть у него. Довольно сильный, кстати говоря. Так себе. И где мои стрелы? Как я их найду сейчас? Да, шут с ними. Сохранимся, пожалуй. Купили. Так, ну хорошо. Там еще живой, что ли? Я думал, я его убил. Минус. А теперь давайте разбираться с бардаком. Так. Одна стрела, две стрелы, три стрелы, мусор, мусор. Стрел, конечно, я на вас потратил, но, в принципе, это оправдано все. Еще стрелы. Ну, нормально, что я могу сказать. На ловушку мы свою же наступили. Ох, вы опять слышите посторонние звуки, куча. Ну что ж, скажешь, я уже даже говорить ничего не буду. Соседи. У нас худшие соседи в мире. Ой. Осталось пару недель до переезда. Знаете, в свое время вот я жил на старой квартире еще в детстве, когда мы реально в своем подъезде знали каждого человека, все соседи дружили, все держались вместе. И вот, ну, не шутки, вот ты знаешь, кто живет там через два подъезда от тебя, там. Ого. Сейчас как-то такого вообще, вот в этом, то ли это дом такой, то ли времена такие пошли. Всем плевать на всех, даже вот просто здороваешься, выходишь из квартиры, видишь кого-нибудь на лестничной площадке, даже, допустим, с твоей лестничной площадки, здороваешься. А и пофиг, молчат. Ну что за люди, думаешь? Думаешь, черт с вами. Ой. Скорее всего, время такое, потому что реально так и на работе, если где-то работаешь, знаешь только вот своих там, и все.
Так, хорошо, нам похоже сюда. Давайте мы поднимемся. Тут, похоже, подъем будет наверх. Там будет ящик, в котором будет лежать BFG-9000 или что-то в этом духе. Вы знаете, мне было бы лучше, если бы тут стрелы в них втыкались, потому что искать потом все это среди костей. Говоря, со скрытностью у нас все очень хорошо. Смотри, правда, я говорил, тут сундук. Который неплохо так закрыт. Давайте сохранимся для начала. Потому что могу залипнуть, как обычно тут. Как раз на 20 отмычек. Ну, не знаю, не могу сказать, что это стоило того, чтобы сюда идти прям за этим. Чешуя змеи. Я не знаю, давайте пойдем. Возможно, это правильная дорога. Мы же в поиске пока. Меня шарахнуло, аж кровище набрызгало. Надо срочно залечиваться. Прощелкал, ничего не скажешь. Да, что-то как-то довольно слабо это все лечит мне. Окей. Допустим, ключей ни у кого нет. Ладно, допустим. Ничего, как будто какая-то камера просто где умер. Здесь то же самое, да? Уа, нет, это надо выкинуть быстрее. Не надо мне такого. Инвентарь, конечно, мог бы быть поудобнее. Так, хорошо, это мы открыли. Что-то здесь, похоже, тоже ничего хорошего, да? И тут ого-го. Но там есть какой-то сундук, поэтому я думаю, она того стоит. Так, первый пошел. Второй. Третий. Четвертый. Окей. Ладно, хоть сундук не закрыт. Да вы издеваетесь, что ли? О-о-о. Ну как так? Какой черт вообще это было делать? Куда это? Зачем это?
Хотя, в принципе, если по маркеру судить, я вроде как правильно двигаюсь, да? Может, вот тут? Интересно. А там что такое? Шипы? Так, ну вниз падать уже совсем неохота. Опасно, офигеть. Я что-то и не видел, что здесь такой бардак происходит. Что это? Я уже с подозрением ко всем стенам присматриваюсь. Япона, мать. Это что? Неважно. Опс, какой стоит. Вас нафиг. Ой-ой-ой, это была ошибка. Ну да, зато я спрятался от них. Так, я так понимаю, тут подъем наверх? Нет. Куда иду вообще? Нет, это явно не то место, где я хотел бы находиться. Ясно. Так, сейчас, ребята, сейчас все будет. Похоже, это у нас на самом деле единственный проход был. Там, где скелет бегал. Ну чё, иди сюда. Да что ж ты такой, да? Погоня. Ладно, упали, будем подниматься тогда. Возможно, так мы выйдем более правильным путем. Кто знает. Не факт, что там, куда мы шли, путь именно правильный. Не факт, что он единственный. Неплохо сушил. Охо-хо, офигеть. Пора бежать. Так, вот еще один подъем. Ладно, хрен с ними. С ними так можно, я смотрю. Долго воевать. Блин, я просто уже хочу добраться до этого места. Сколько ж можно? Тут мы были. Окей. Так, еще одна ловушка. Здесь вроде нет ловушки. Что-то меня резко начали видеть все. Ну, давайте. Видеть это дело одно, а догнать совершенно другое. Времени, как вы раздуплитесь, я уже буду там. Судя по всему, я пришел, кстати говоря.
позади долгий и опасный путь. Но сейчас не время для отдыха. Здравствуй. Армия Рэмона стоит у нашего порога, а наши припасы на исходе. Мы ждали твоего появления. Расскажи нам, что передают из Акавира. Какие новости? А, у нас же есть табличка каменная, на которой были вынесены приказы, что, собственно, груз задерживается на месяц, и через месяц припасы придут. Вот приказы для тебя. Отлично, солдат. Твое задание выполнено. Прими мою благодарность. Теперь мы можем передохнуть. Да здравствует Акавир! Аве. Увидев приказы, акавирский командир растаял в воздухе. Теперь руины пребывают в тишине и спокойствии. Спустя многие годы последняя миссия акавирцев наконец-то выполнена. Мне надо продолжить поиски камня. Слен, золотишко, чуть-чуть, но чуть-чуть мы зарабатываем довольно много. Ох, так, на сундуках придется попариться. А вот и наш драконий камень. Мне удалось найти драконий камень. Передо мной долгая обратная дорога в Бруму, графини Карвень. Круто, чё? Не такая уж и долгая, я думаю. Так, давайте займемся сундуками. В принципе, мы сделали все, что нужно уже было. Третий. Так, твою мать. Это несправедливо просто. Ну вот. Да нет, это безнадежно, по-моему. Я никогда не научусь скрывать. О, если там 5 платиновых монеток, то это будет печально. А, ну, в принципе, знаете. А, давайте-ка мы загрузимся и по новой все это сделаем. Там есть вещи, которые стоят того, чтобы попариться. Нет. Или может надо было лучше уж оставить как есть. Что знает. Но тем не менее, хождение по воде на 30 секунд. Бесполезная хрень, стена молнии. Бесполезная хрень. Вот большой камень, душ и золото. Это определенно стоило того. Здесь у нас ничего. Надо будет аптечек накупить. Шумно сегодня как-то. Я спешу что-то. Зачем спешу? Не знаю. Готово. У нас уже 5000 денег. Хорошо. Давайте убираться отсюда. Это было не очень сложно. С нашими навыками проникновения. Хорошо, что это нам дает? Зачем я это делаю? Давай-ка обратно. По крайней мере, не всю дорогу придется проделывать назад. Но на самом деле ходить довольно далеко. Интересно, здесь... так, нам прямо. Здесь нас камнями пришибло неплохо так. Я так понимаю, что акавирцы, если бы мы не отдали им эти приказы, может он там даже не один был. Один бы он точно нас атаковал, а вот...
Интересно, был ли там еще кто-то, кроме него? Шо сюда? Нет, нам сюда. Что, давайте сразу быстрым перемещением отправимся в Бруму и посмотрим, что она нам за все это даст. Драконий камень, да я, честно говоря, не понял его прикола. Может быть, это какая-то крутая штука. Сопротивление ядам, сопротивление болезням. Но я не думаю, что это прям уж так круто. Так, воды. Она спит там, наверное, конечно. Ну, я думаю, ради такого можно и разбудить. Это же ей надо больше, чем мне, верно? Видимо, в покоях, что ли? Не тут покои? Нет, придется подождать. Хорошо, есть скамейка какая-нибудь? А, ну да, меня же никто не видит, надо снять эту штуку. А то, блин, еще зарежет, подумай, какой-нибудь ассасин. Так, и теперь мы можем подождать, ну не знаю, давай часиков 6, в 8:30-то она встанет, я надеюсь, уже. Накормили бы нас. Так, что, он по-прежнему там? Давайте еще часик. В 10:40 даже графиня, я думаю, уже проснется. Ну да. Ох, человек-сосед. Когда-нибудь человек-сосед. Надеюсь, у тебя хорошие новости. Ну, хорошие, да. Удалось ли достать камень? Да, он найден. Я не верила, что это возможно. Я хочу сказать, я надеялась, но держать его в своих руках, он даже прекраснее, чем я его себе представляла. Поздравляю. Я чувствовала, что тебе по плечу справиться с этим делом, и, похоже, я задолжала тебе. Это Акавирское кольцо было найдено вместе с дневником посыльного. Оно наделяет владельца повышенной ловкостью и дает защиту от вредной магии. Оно известно как кольцо «Глаза гадюки». Надеюсь, оно сослужит тебе добрую службу в твоих странствиях. Понятно. Денег-то дали, нет? Или, то есть, вы хотите сказать, что это кольцо – это все, ради чего я это делал? На самом деле, я это делал, конечно, ради интересной истории, но тем не менее. Учитывая объем предоставленной тобой информации о белом проходе, ученым понадобится много лет на то, чтобы внести поправки в книги по истории. Хорошо. Что с камнем будешь делать? Камень, наконец, мой! Он станет украшением моей коллекции. Еще раз сердечно благодарю. Понятно. Так, почем дом? Некоторые вещи. Так я тебе не друг, что ли? Я вообще-то тут жить не буду, раз так. Пусть удача всегда будет на твоей стороне. А на твоей нет. Капец. Я для нее тут только что жизнь рисковал. Все, я не люблю этот город. Не надо было его спасать. Ну что, давайте на этом заканчивать. В следующей серии, я думаю, мы двинемся в Энвилл, потому что я там ни разу не был. И я думаю, это будет интересно, потому что говорят, что это один из самых красивых городов. Здесь родили, ну, Кирдии, то есть... И там, кроме того, какой-то пророк завелся, которого все боятся, но некоторые уже появились последователи. То есть что-то там, не слава богу. Увидим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.